Всем привет, дорогие друзья, уважаемые мальчики и девочки. Давайте же поговорим о поединке, который состоится в рамках легкого веса. Элли Куинта против Дональда Серроне. В легком весе в последнее время происходит какая-то катавасия. Хабиб Нурмагомедов дисквалифицирован и будет драться за свой пояс только лишь в сентябре. Тони Фергюсон. У этого парня вообще окончательно поехала кукуха. Он избивает жену и детей. В результате она спасается от него при помощи полицейских. Он думает, что в его стенах кто-то живет, он с ними разговаривает на различные философские темы. В общем, как-то мельчает наш народ, правда же? Ну, конечно, есть и Кевин Ли, безусловно, о котором я еще скажу чуть позже. Но, тем не менее, и вот, наконец-то, два достойных мужика решили избить друг друга до полусмерти. Элли Куинта и Дональд Серроне. Элли Куинта — это парень вот с такими вот шарами, вот с каждый, вот, я не знаю, как они в бандаж помещаются. Ну, как-то, наверное. Он, когда вышел драться с Хабибом Нурмагомедовым, буквально за день до боя, узнав о том, что ему предстоит провести этот поединок, и все 5 раундов он отодрался. Да, он проиграл, но показал очень достойный бой. А после этого он вышел и изнасиловал Кевина Ли, хотя тот обещал сделать обратное. Но в итоге не получилось. Элли Куинта одержал победу, для многих, кстати, неожиданную, и показал всем, что он, в общем-то, топовый спортсмен. Что касается Дональда Серроне, то в своем поединке он блистательно нокаутировал Эрнандеса и показал, что несмотря на то, что ему уже 146 лет, то, что он выступает с мезозойского периода, он по-прежнему красавчик, просто молодец. И попивая пивко у себя на ранчо под присмотром любимой бабушки, он готовится к этому поединку. Интересно, очень интересно, как пройдет этот бой. Разумеется, Серроне будет пытать счастье в стойке, как базовый ударник, как великолепный кикбоксер. Он будет стараться оппонента передолбить, перестучать. Что касается Элли Куинта, то ему придется с этим как-то жить и мириться. Мне думается, что Элли Куинта, который сейчас находится на ходу, Элли Куинта, который моложе, Элли Куинта, который метит вот самый что ни на есть чемпион, у него был шанс тогда, как мы помним. Я думаю, что Элли Куинта будет фаворитом в этом поединке, и он одержит победу.